Веренную территорию охранник ПАТП обходит каждый час. В среду эта стандартная процедура закончилась нестандартно. Возле одной из колонок АЗС мужчина обнаружил подозрительный предмет, о чем сразу и доложил старшему смены. При обходе территории на АЗС обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Приняли. Старший смены сообщает о происшествии заместителю начальника по безопасности. Тот передает информацию начальнику отделения. Последний связывается с диспетчером, обязанность которого вызвать на место все экстренные службы. Такова инструкция. Ее сотрудники ПАТП знают наизусть. Сотрудники сработали как полагается, да. Ну, мы уже так часто тренируемся, что это уже на автомате там, да. У диспетчера так там просто трафарет доклада есть. Не доклада, а порядка, кого и как и в первую очередь информировать. Поэтому для нас это не представляет уже трудностей. Наше дело вот именно сообщить правоохранительные органы. Пока полиция и пожарные в пути, охранники ПАТП оцепили территорию. Спустя считанные минуты им на помощь приехали полицейские, а следом и кинолог с собакой. Кокер-спаниель Варя на находку отреагировала спокойно. Собака не села, а значит, опасности подозрительная сумка не представляет. Учения завершены, теперь можно подводить их итоги. В последнее время добивались именно оперативности прибытия службы. А тем более на такой объект, как заправочная станция, это вообще минуты можно считать, да? Ну, на этот раз все хорошо. В Одинцовском ПАТП безопасности всегда уделяется особое внимание, причем отрабатываются не только действия сотрудников во время угрозы взрыва. Например, недавно руководство предприятия проверило, насколько внимательны охранники при выпуске автотранспорта на линию. Мы давали водителю такую ложную путевку и смотрели. То есть там был другой водитель, другой автобус, даже марка другого автобуса. Да. И вот у нас здесь сотрудник охраны не выпустил. По-другому сработало сотрудник охраны в Нижегороде. А значит, еще есть над чем работать. Впрочем, руководство предприятия и не собирается сбавлять обороты. Безопасность пассажирских перевозок для него всегда на первом месте. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».